Накануне днем в Екатеринбурге в километре от южного автовокзала за порогом Мегамарта немолодой слесарь, управляющий компанией «В чем ведение» здания на Айвазовского 53, поругался с водителем грузовика с продуктами, который подъезжал к зоне разгрузки Мегамарта и по пути задел собачью будку. 61-летний слесарь, который по свидетельству очевидцев в свободное от службы время подкармливал тех самых собак и присматривал за ними, вероятно, сказал шоферу пару неласковых слов. Тот обиделся и в ходе перепалки якобы ударил работника по лицу. Мужчина упал на асфальт. Очевидцы вызвали врачей скорой, но реаниматологи ничем уже бедолаге помочь не смогли. Тот не дышал. Свидетели утверждали, что пожилой слесарь потерял сознание и рухнул на асфальт после удара водителя грузовика. Но по другой версии никакого рукоприкладства не было, и слесарь сам умер. Может, чересчур переволновался. Настоящую причину гибели работника управляющей компании установит посмертное вскрытие и судебные медики. Полицейские, побывавшие на месте трагедии, по слухам, забрали с собой водителя злополучного продуктового фургона. Итак, бил или не бил, вот в чем вопрос. И он, похоже, окажется самым важным для следствия.